При просмотре ролика будьте внимательны, смотрите до конца. Всем привет! Сегодня мы делаем с канала МП очередной очень интересный ролик. Мы решили рассказать вам о разновидностях бракованных банкнот Казахстана. Как видите, вот перед вами разложены банкноты казахстанские разных выпусков. Каждая из них имеет свой изъян, который фактически делает их неплатежеспособными. Тем не менее, все они находятся в обороте, и при очень внимательном рассмотрении их можно выловить и отложить в свою коллекцию. Вот, допустим, перед вами банкнота 3 тенге самого первого выпуска. Многие, наверное, их уже и не помнят. Ну вот перед вами, правильнее сказать, даже перед вами две банкноты. Первая банкнота — это вот эта банкнота, как вы обратите внимание, она неправильно обрезана, то есть имеется в виду обрез тут и тут, который не соответствует стандарту. С обратной стороны это выглядит вот так. Эта разновидность брака является неправильной обрезкой. Вот этот уголок банкноты — это тоже неправильная обрезка. Собственно говоря, он даже не должен был попасть в корешок банкнот. Но дело в том, что этот лист загнулся. Тем самым, то есть, либо в этом же корешке, либо в соседнем корешке существовала банкнота с этого же самого листа, которая имела недостающую часть. То есть вот этот уголок. Перед нами край листа. Если мы обратим внимание, мы видим метки печатные. Для печатной машины вот это метки. Это край листа банкнотного. Найти такое в банкнотном корешке очень сложно. Следующий вид брак, который встречается, это недопечатка. Перед вами 10 тысяч тенге образца 2006 года. Как видите, на оборотной стороне отсутствует часть изображения последнего слоя. Такое случилось по причине загиба. Либо в данном случае загиб произошел соседнего листа, бумага застряла, и здесь мы получили недопечатку. Эта банкнота была найдена в обращении. С этой стороны все нормально у нас. Все изображения нанесены. Банкнота была найдена в обращении, после чего попала в коллекцию. Следующий вид брака — это двойной нумератор. Перед вами банкнота образца 2012 года, 10 тысяч тенге. Если вы обратите внимание, вот здесь вот и вот здесь вот нанесены сразу два номера. Особенность этой банкноты в том, что эта банкнота одновременно является и банкнотой для обращения литеры АД, и банкнотой замещения литеры ЛЛ. Вся прелесть банкноты именно в этом. То есть это тоже брак. Номера совершенно разные. Она не платежеспособна по своей сути. Но тем не менее она тоже попала в обращение. Была найдена и попала в коллекцию. Следующий вид брака, который попадается, это размазанная краска. Как видите, вот эта центральная часть, которая должна была быть, иметь рисунок с голубями, вот как здесь, размазана. Не подсохшая краска, затор бумаги в оборудовании, в печатном станке, и результат. То есть, в принципе, эта банкнота платежеспособная. Терминалы и банкоматы все ее примут. Но, тем не менее, это брак. Другой интересный вид брака — это вот перед вами банкнота 5000 тенге. Если обратите внимание, рисунок как будто бы размазан. На самом деле это не размазанный рисунок. Вернее, не размазан, а двоится. И двоится он по той причине, что этот банкнотный лист, эта банкнота дважды прошла печать верхнего слоя. То есть она, этот лист с этой банкнотой застрял в печатном станке и по какой-то причине дважды прошел печать. Получили такое-то. С обратной стороны банкнота совершенно нормальная.
В принципе, она тоже, можно сказать, что она платежеспособная. Здесь как более насыщенный, да, получился? Это раздвоение рисунка. Здесь два раза нанесен один слой. И вот здесь более отчетливо вот здесь. Даже на самом, да, вот здесь вот с краю, сам герб, видите, тоже нанесен дважды. И по буквам, вот смотрю, казахской, сбоку. Вот здесь более отчетливо видно. Вот аналогичный брак на банкноте 1 тенге. 1 тенге с альфа-ради. То же самое, только здесь еще более сильное смещение. К сожалению, банкнота в очень плохом состоянии. Да, это не камера двоит. Да, это и не у вас в глазах двоится. Это двоится именно на банкноте. Еще очень часто бывает, встречается брак, когда на банкноте отсутствуют номера. Как обратите, нету вертикального номера, от горизонтального только хвостик. Только хвостик совсем. Такое попадается, то есть это сбой нумератора. Такое встречается, ну, в принципе, не сказать, чтобы совсем часто, но достаточно часто. Ну, выдавлено видно. Выдавка есть, банкнота светится в ультрафиолетовых лучах, все как положено. Но в нумераторе просто не было краски. Вот и все. Следующий вид брака, он гораздо интереснее. Вот тут вот имеет место непосредственно сбой нумератора. Если вы обратите внимание, вот здесь мы на нижнем номере. Литеры у нас АД стоят, а здесь у нас стоят литеры АА. Это нарушение. На банкноте не могут быть стоять разные литеры. Здесь произошел сбой нумератора, и на это не обратили внимания контролеры на банкнотной фабрике по той простой причине, что визуально буква А и Д смотрятся практически одинаково. Один из вариантов сбоя нумератора — это еще ААЛ, АА, АД. То есть эти буквы по изображению, как вы видите, очень, очень схожи между собой. Вот еще один очень интересный вид брака. Некоторые его называют бабочка. В данном случае произошел, как вы видите, лишнюю деталь. Здесь, казалось бы, кусочек не хватает, и, наверное, многие подумают, а сейчас пойду обрежу уголок и втюхаю это коллекционеру. Но вся особенность в том, что то, что не хватает здесь, с избытком существует вот здесь. То есть здесь также можно хорошо видеть загиб, то есть загнулся лист, банкнотный лист загнулся, и после этого попал в обрезку. В результате мы получили вот такой замечательный брак. Особый нюанс этой банкноты в том, что это банкнота еще и с литерами LL. То есть это банкнота замещения, которая выпускается для того, чтобы в корешках заменять бракованные банкноты. В данном случае сама банкнота LL оказалась бракованной. На место бракованной в это... по номеру пачки, чтобы не нарушать нумерацию, именно в это место вставляется LL. Сергей, еще вот, пожалуйста, где вот был пробел в другую сторону, там тоже вот где AD на другой, на оборотной стороне? На оборотной стороне все нормально, потому что номера на наших банкнотах наносятся только с одной стороны. То есть с оборотной стороны абсолютно нормально? Все нормально, абсолютно, да. Никто не обнаружит брак с оборотной стороны. Вот это вот, где краска, да, вот оборотная. Краска тоже оборотная сторона, все замечательно, все вот прекрасно. В этом весь фокус, а то многие подумают, а, постирал там и вот образовалось. Нет, оборотная сторона. Никакие химические реактивы. Вы можете пробовать ацетоны, растворители, различные химикаты. Они вам не дадут такой размазанности. Потому что это химически устойчивая краска для банкнот. Эту краску изготавливают специальные фабрики. Банкнотная фабрика не покупает, что попало для печатания банкнот. Поэтому добиться такого эффекта естественным образом в домашних условиях невозможно. То есть можете хоть заэкспериментироваться, такого эффекта вы не получите. Специалист по-любому определит. Да. Коллекционер, опытный коллекционер сразу вас вычислит. То же самое, если вы пойдете в Национальный банк и будете сдавать, вам тоже сразу скажут, что это ваше рукоблудие. Ну вот, еще один вариант брака. То есть вот, смотрите, да, вроде бы ничего особенного. Давайте посмотрим, найдем ли мы до того, как скажет Сергей. Давайте, найдите, чего нет в этой банкноте. Давайте вот эту сторону посмотрим. Оборотную сторону посмотрим. Все замечательно, да? Банкнота почти идеальная.
практически без дефектов. Чего нет на этой банкноте? Чем она отличается от других, вопрос, и за что коллекционер даст больше, чем 5000 тенге? Ну что ж, вы пока думаете, а на следующей неделе мы продолжим наш рассказ и начнем его с того, что расскажем, что необычного в этой банкноте. Или сейчас все-таки, чтобы не томить, а то прервется ролик, и так очень большой получился. Ну давайте хорошо. Сейчас не томить уже. Посмотрите внимательно на крыло барса. Возьмите точно такую же банкноту, нормальную. Ну пусть даже вот мы возьмем бракованную, да, но полноценную. Элемент Spark. Здесь элемента Spark нет. Вот это вот блестящая, вот это вот блестяшка, вот это так называемый Spark. Он есть на сейчас практически на всех банкнотах. Вот здесь вот голубь у нас. Вот здесь у нас этого барса, крыла барса у нас нет. Я думаю, хорошо, что не стали ждать, так бы целую неделю мучились. Ну, бывает так, что... Он улетел. Крыло могло издуть. А вот теперь посмотрите на эту банкноту. Чего нет на ней? Вроде тоже все нормально. Но опытный глаз коллекционера обратит внимание, что вот этот герб, он выдавлен, но он не блестит. А он должен быть... Сергей, пальчик, пожалуйста. А он должен быть вот такой. Видите герб? Блестящий. Золотистой краской интаглио. Вот здесь должен быть точно такой же, но его нет. И его не стерли, его изначально не было. Стереть вот это вот. Ну, можете поэкспериментировать, но даю вам гарантию, что у вас ничего не получится. Ну что ж, мы сегодня вам вкратце рассказали о самых распространенных видах брака, которые удалось выловить в обращении. Если вы будете внимательно рассматривать наличность в своих карманах, возможно, вы найдете что-то еще. Если найдете, приносите к нам. Канал ИП с удовольствием расскажет о вашей находке и удивит коллекционеров. И самое главное, поможет вам заработать. Потому что любая бракованная банкнота всегда стоит больше номинала. Всем счастливо!